Всем привет! С вами Олдгеймер. Где мы там? Монтерия. Монтерия, да, блин. Да, в Монтерии. Дождь, блядь, с утра. Как и обещал, мы встретились, но погода говно. Ладно, пойдем. Разберемся тут с чем-нибудь. Пойдем, там можно посражаться на арене. О, горный орк. Привет, горный орк. Так. У меня без этого проблем. Так. Эй, малыш, если ты хочешь драться на моей арене, сперва внеси призовой взнос. 500 золотых монет. Или катись отсюда. Я знаю. Да, вот держи. Взнос. Отлично. Добро пожаловать на арену Монтеры. Здесь уже все заплатили взнос? Да. А ты как думаешь? Нет призового взноса, нет боя. Все очень просто. Ты получишь свои деньги назад вместе с моими, как только ты победишь меня. Ага. Будь осторожный с тем, что говоришь. Ладно. Это у нас кто? Наемник, наемник. Действительно думаешь? Так, кажется, ты еще не получал от меня хорошего удара в челюсть. Давай. Что ты думаешь о Марике? Без него лавочка бы не работала. Уж это, по крайней мере, ясно. Тогда выходи на арену, болтон. Ну что, покажи, что ты умеешь. Да. Иди сюда. Драка. Давай, ты его сделаешь. Стоять. Надо собраться с силами. Блять. А, блядь. Блядь. Блядь, сука. Как это я попался, блядь? Чёрт. Стоять! Люди! Здесь драка! Набираемся сил. Отдыхаем, отдыхаем. Эть. Может быть. Может. Соберем тут все, что есть, блядь. Проклятие. Больно-то как?
Все еще возитесь? Ничего себе! Да. Но ты неплохой боец. Ну вот да. Твое заслуженное золото. Угу. Отлично. Я об этом подумал. Где тут бочка с водой? О, да-на-на. Отлично. Послушал бы ты моего совета. Об этом подумаю. Зараза, о, как меня изранил-то, блин. Так. Так, ладно, пойдем, с кем мы тут еще не болтали. Федор. А, свежее мясо. Расскажи мне о Марике. Я бы с удовольствием одержал на арене верх над этим парнем. Другие о нем очень высокого мнения, но по мне так это все ерунда. Я уверен, что он ни черта не умеет, голову даю на отсечение. Угу. Какой будет приз, если я держу над тобой верх? Если ты побьешь меня, я дам тебе 500 золотых монет. Сразись со мной. Хорошо, увидимся на арене. Ну тогда покажи, что ты умеешь. Берегись. Побегаем. Дай. Нихера. Не останавливаюсь. Сейчас силушку наберем. Набираем еще силы. Не спешим. Спокойно, спокойно. Дай держать. Это просто не может быть. Отлично. Федор, давай бабки сюда свои. Тут тоже что-то валяется. Это доска. Это... О! Уже лучше. Раз. Я тебя прикончу. Ну да, да, да. Неплохо, ты срубил меня подчистую, парень. Ага. Вот твои призовые. Давай, отлично. Замечательно. Ну и еще лоток. Даже обошлись без этого, без жертв. Очень хорошо. Так, ладно, будем искать следующих товарищей. Этот новобранец. Уха. О, бестолковым? Что ты имеешь в виду? Ты кажешься мне очень бестолковым. Бегаешь туда-сюда, пристаешь ко всем. Ну да. Что ты ищешь? Да. Ты доволен своим боссом? Ага. Марик хороший. Столько свободы у наемников не было больше нигде в Срединном королевстве. Угу. Я ищу учителя. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Думаю, да. Я могу показать тебе запускание руки в чужой карман или другие приемы. Но ты должен сначала заслужить это. Одержи надо мной верх, и я стану твоим учителем. Угу, хорошо, давай вперед, сразись. Сразись со мной на арене. Ладно, значит мне придется размять свои уставшие кости, да? Да, да, да. Не будьте это,
Иди сюда, паренек. Пошли разминаться. Пробежка. Стой. Нихера. Ни за что. Вот ты пока там замахивайся, я еще кружок сделаю. Бег от инфаркта. Дай ему. О, отлично, ну получил несколько, блядь, ударов, сука. Козел. Пойду умываться, блядь. Ну, я сам нарвался. Да. Пойду с ним поговорю, а то он как-то тормозит, блин. Голова еще на месте? У тебя странный стиль борьбы, чужеземец. Да. И тем не менее, ты победил меня. Да. Ну, да ладно. Теперь я могу показать тебе все, что умеют воры. О! А товар? Покажи мне свой товар. Ага. Куртка вора, ну это все херня. Нагрудник грабителя. Для успеха в дальнейших грабежах. Ну да, ну да. Нам. На тебе кое-что. Ну ладно. Теперь мне надо доумываться, во-первых. Так. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Еще? А то рожу расквасили мне. Видишь, как хорошо, не выходя с Монтеры тут уже прокачался. Во! Чё за погода? У нас на улице льёт, тут льёт. Прям Монтера. У меня же очков 20 должно хватить. Подучиться надо. Марик. Так, сначала надо драться. Научишь меня драться. Так. Сильным бойцом. К этому ты еще не готов. А. Как? Как не готов? Так, погодите, что-то, блин, непонятно. Либо здесь, блин, более увеличенные, либо сейчас проверим. Секунду. Смотаюсь я сейчас в другие города, узнаю, в чем дело. Ну что ж, я смотался везде. Видно, все оно так и есть. Здесь, конечно, написано, вот сейчас сюда даже перейдем, блядь. Покажу. Здесь написано, что здесь нужно 200 силы, но с моими модами нужно, видно, блин, у меня 210, да. Значит, нужно 210. Ну, так вот, что-то здесь не так, да. Ну, ладно, хер с ним. Пойдем еще дальше. А, я про парней не рассказал этому. Надо, блин. Теперь мне надо еще один уровень набрать, чтобы
Марик! Насчет наемников. Насчет наемников. Федор считает тебя слабаком. Он говорит, что легко победит тебя на арене. Все ясно. Я примерно так и думал. Да. Скоро я покажу этим мальчишкам на арене, кто здесь хозяин. Точно. Гладиатор Гозе, похоже, настроен лояльно. Да, Гус — человек хороший. Вот так вот, молодец, все. Пойдем дальше. Послушал бы ты моего совета. Вот. Ну, тут хорошо в Монтере можно прокачаться. Это, ну, мне было сейчас из такого важного, долгоиграющего сейчас меч поднатореть. Ну что, ладно, блин. Так, с кем здесь еще побиться? Наемник, элитный, Гозе, Федор, наемник. Кого-то не хватает. Наемник, элитный наемник. Этого нам о, Дон! О, Довокин! Привет! Ты выглядишь как человек, который сможет выдержать пару ударов. Ну да, да. Да, у нас немалая проблема. Расскажи мне про своего хозяина. Да. Про Марика? У него куча проблем с этим стадом баранов. Но, насколько я могу судить, у него все под контролем. Это твой раб там? Да, Марик всучил мне этого парня. Даже не представляю, что с ним делать. Если хочешь, возьми его себе. Я отдам его в качестве взноса за выступление на арене. Ну, давай. Выходи со мной на арену. Мне только это и надо. Лучше бы ты уладил это сам. Дама. Я даже не хочу этого слышать. Иди сюда, паренек. Эй, тут драка. Ну что ж, надо это... О! О! Давай же! Ах ты, зацепил, блядь. Гандон. Давай же! О! Давай, о! Ты его сделаешь! О! Да! Стой! Люди! Рака! Он меня защитит! Давай же! Так, еще разомнемся. Он уже почти созрел. Давай, давай. Довокин твой. Бей его! Не может быть. Пять. Эликсир воздуха, записка. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Ну да, 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 Дон, давай. Ты хорошо сражаешься, дружище. Да, да. Хотя так сразу и не скажешь. Да. Как насчет приза? Ты можешь взять моего раба. Я все равно не найду ему никакого применения. Отлично. Отдыхай. Бочку с водой надо поправить здоровье. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Лучше бы ты уладил это сам. Малая проблема. Этого никогда ничего не будет.
Ё, блять. Ну вот. Ладно. Конечно, а что у него там было за записка? Я подумаю. Ну-ка. Записка Дана. Что пишет? Тупица Басир. Этот проклятый Басир. Вместе со мной он делал ставки на арене и проиграл. По его словам, этот рецепт является очень ценным, и он заплатит им за свой проигрыш. Я поговорил с Фаринги Сали. Тот стал рассказывать о мече, который можно сделать из четырех элементов. И этот рецепт является одной из частей. Ха, какая-то старая легенда. Это все чушь. Больше не буду делать ставки вместе с Басиром. Какой идиот. Из четырех элементов. Ха. Так, ладно. Так, по-моему, можно уже с главарем с Эштоном сразиться. Я хочу драться, да. Я хочу драться с тобой. Потише, дружок. Здесь я, чемпион. Может, ты сперва разомнешься перед тем, как бросить мне вызов? Я не выйду с тобой на арену, пока ты не выступишь против всех до одного. Готовься, великий чемпион. Теперь мы с тобой одни. Ты и правда хочешь вызвать меня на бой? Что ж, милости просим. Сейчас ты получишь, чего хочешь. Ну да. Куда это он убежал? Иди сюда. Люди, здесь драка! Добираемся сил. Он здоровый бугай, слушай. Его будет нелегко побить. Стоять! Спускаем это с рук. О, хорошо, побили его. Нормально, как раз на замах попал, блять. Козел. Ничего. Пробежка. О, блин, смотри, он тоже здоров. Бугай. У меня, наверное, топор хороший. Давай, ты его сделаешь. Так, набираемся сил. Давай, дружок. Он на защите. Давай же. Ах ты, сука, ты меня поцарапал, блять, гондон. Стоять. Не может быть. Забранный топор, Эштон, давай сюда бабки свои. Я пойду пока умоюсь. У нас новый чемпион арены! Ну да. Как бы так. Мы еще встретимся. Лучше бы ты уладил это сам. Ну что, ладно, поболтаем. Кто теперь чемпион? Скотина, ты... Сломал мне все кости. Хватит ныть. Мне нужно мое золото. Ладно, ладно. Вот твой призовой взнос. Ты кое-что забыл. Да. Еще мои 500 золотых. Теперь доволен? Да. Нормально, тысячонку заработали. Хорошо. Он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Так. Ну, поскольку я знаю, что здесь... Так, этот пусть сидит тут. Ох. Мы-то знаем, где что искать. По идее, об этом нам должен сказать там чувак где-то, блин, там. На просторах. Ну, мы знаем, где искать сундук Эштона. О, сосуд, 1000 бабок, 1012, да, ну. Золотой список Эштона. О, давай сюда.
Где тут списки наши? О! Газета, ход от арены. Да, пока Марик не обнаружил. Марик не обнаружит, а я обнаружил. Хе-хе-хе. Поздно, батенька. С тайниками всегда так. Раз и нету. Я об этом подумаю. Пойду Марику на капы. Так, здесь я все сделал, да? Ого, ты вышиб из сапог самого Эштона? Да. Этого еще никому не удавалось сделать. Будь осторожней с тем, что говоришь. Так, мне тут ничего не нужно. А, о, подожди. Я подумал. Где ухо, блин? Только что здесь был, блядь. Уга, блядь! Где делся? Федя. Я подумаю. Правда думаешь? А, вот он. Так будто мне и без этого проблем не хватает. Так. Покажи мне свой товар. А, подожди, у него же денежки есть. Сейчас я торгану с ним. Как выяснилось, денег у него очень мало. Ну ладно. Судьба моего совета. Наемники. Но это ужасно. Может быть, тебе и все равно? Так, о. Я Марик. Слышал, ты победил в бою самого Эштона? Да, здорово. Самого Эштона. Ты можешь этим гордиться. Насчет наемников. Вот об этом все сплетничают. Гладиатор Дан очень доволен твоей работой. Да. Охотно верю. Ведь ему я тоже подарил одного раба. Ну да, вот твое жалование. Отлично. Эштон прикарманивает твое золото, вырученное за бои на арене. Что? А ты откуда знаешь? Мне нужны доказательства. Конечно, почему не? Ну, вот это я нашел в тайнике Эштона за ареной. Я всегда подозревал. Вот черт. Выходит, ты был прав. Этот пес мешками тырит золото. Что ж, придется поговорить с парнем по-мужски. Очень хорошо. Вот твое жалование. Ай-яй-яй. О, сколько у меня сегодня? Блин, еще 2000 надо. Так, кому здесь еще сделать доброе дело? Чтобы далеко не ходить. А-а-а, новый человек. Ты как раз вовремя. Да. Что ты тут делаешь? Я слежу за рабами. Но скажу тебе, что в таких поганых условиях это не доставляет никакого удовольствия. Понятно. Постоянно что-нибудь происходит. Проблемы со снабжением, рабы убегают. Вот суки. Черт побери! Я просто хочу отдохнуть. Да не говори. Что ты думаешь о Марике? Ну, даже не знаю. У меня с ним и дел-то особых не было. Я думаю, он выполняет свою работу достаточно хорошо. Да. Тебе нужна помощь? Для меня все эти тощие фигуры абсолютно одинаковы. Я их уже не различаю. Ты должен хорошенько посмотреть на парня и сказать мне, кого нужно заменить. Заменить? Что ты имеешь в виду? Мы же не можем заставить бедных псов копаться в храме постоянно. Ну им да. Тоже нужен отдых. Поэтому каждую неделю мы с фермами меняемся рабами. Там работа немного легче. И парни снова набираются сил. Давай я найду тебе раба.
Хорошо, но... только не затягивай с этим. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Порабощенный. Ой, боже мой. Я себе уже всю задницу смозолил. Не говори. Надеюсь, смена скоро придет. Да. Как насчет маленького перерыва? О, если ты вытащишь меня отсюда, я отдам тебе все, что у меня есть. Ну ладно, а что у тебя есть? Да. Я нашел здесь этот артефакт. Этот необычный потир. Я отдам его тебе. Хм, говоришь, нашел кубок? Огненный кубок? Откуда я знаю? Угу. Я в этих штуках не разбираюсь, приятель. Понятно. Ты можешь отдохнуть. Иди на скотный двор. Да. Спасибо, друг. Я уже пошел. Минуточку, ты кое-что забыл. Да. Ах, да. Вот тебе кубок, который я нашел. Удачного дня, дружище. Угу. Да, уже два кубка у меня. О, офигеть. Оскар. Когда же наконец придет смена? Еще чего доброго чокну здесь. Что ты мне дашь, если я тебя вытащу отсюда? Ах, да ведь у меня ничего нет. Что тебе дать? Расскажи мне что-нибудь о твоем надзирателе Брэдли. Брэдли крутит в этом лагере свои грязные делишки. Всякий раб хочет вырваться отсюда и попасть на фермы. Кто не хочет работать здесь? У Брэдли есть такой список. Тот, чье имя стоит в списке Брэдли, в самом верху, отправляется на некоторое время на одну из ферм. Этот ублюдок требует, чтобы мы ему платили, чтобы попасть вверх списка. Понимаю. Ну да-да-да, сегодня твой день. Сегодня твой день. Можешь идти на скотный двор. Спасибо, старина. Я бы здесь долго уже не выдержал. Так, надо же на ферму сходить. Размяться, блин. Ну давно из города не выходил. Смотри, погода наладилась уже. Бандюганы пачками валяются вообще. Ну хорошо, можно хоть это. Кстати, у этого спрашивал-то? Как дела, чемпион? Да, видно, спрашивал. Лучше бы ты уладил это сам. Ты ведь не затем пришел, чтобы опять отправить меня в город. Забудь об этом. Я останусь здесь, на ферме. Умный какой. Мы беседуем. Приходи попозже. Работать здесь, на ферме, совсем неплохо. Особенно, когда вспоминаешь этих бедняк на раскопках. А, наверное, надо у этого спросить, блядь. Да что такого может случиться? Он же должен что-нибудь сказать. Кто-то должен что-то сказать. Ой, пробежал мимо. Так все. Я позаботился о рабах. Вижу. Я бы сделал это по-другому, хотя... Нам срочно нужны новые работники в лагерь. Иди на скотный двор в пригороде. И скажи Деннису, чтобы он послал мне новых людей. Угу, отлично. Мне совсем чуть осталось, блин.
знаю, прав ли ты. Я дам тебе один хороший совет. Я об этом подумаю. Не думаю, что я хочу... Грязный вор! Ну, я тебе покажу. Блин. Таки мне очень и очень так, нравится. Та попытка у нас не удалась, блядь. Этот опять уселся, как ладно. Это так просто. Пойдем на ферму. Мне, кстати, сколько? О, блин, 300 очков не хватает. Если бы это было так, сейчас мы их заработаем. И уже прокачаем тут. Это такое будет существенное увеличение моих способностей. Да что такого может случиться? Так, Деннис в курсе? Брэдли нужны новые рабы. Все понятно. Бери все, что найдешь. Передай Брэдли, чтобы он не мучил рабов так сильно. Его рабы даже для работы на нашем дворе уже не годятся. Что же такого может случиться? Рано или поздно, и это закончится. Вот я накачался уже. Сейчас пойду. С этого момента ты опять будешь работать в городе. Пожалуйста, не надо. Я больше не выдержу этих мучений и издевательств на раскопках. Ничего не поделаешь. Ты сейчас же пойдешь на раскопки, иначе я погоню тебя туда пинками. Хорошо, хорошо, уже иду. Рано или поздно и это закончится. Ты нужен на раскопках в городе. О, нет, это нет, что-то... Нет, нет, я не могу. Да ты хоть знаешь, что это за адская работа раскопки? Я понимаю. Но так не может продолжаться вечно. Назови мне причину, по которой я не должен отправлять тебя туда. Я мог бы поведать тебе, где спрятан клад. Где этот клад? Нет, не так все просто. Как я могу быть уверен, что ты не отправишь меня в город после того, как я все расскажу? Ну да. Достаточно, пошли к храму. Да, да. Похоже, у меня нет выбора. Я про клад Эшли вообще знаю все. Продолжаться вечно. Так что ты мне нахер не нужен. Совершенно в этом уверен. Да что такого может случиться? Я теперь-то, блядь, могу прокачать оружие. Вот об этом все и сплетничают. Рано или поздно это закончится. Лучше бы ты уладил. Ты научишь меня драться. И раз уж это так необычно. Я хочу стать сильным бойцом на топорах. Топор – хорошее оружие, чтобы разрубать доспехи. Ты можешь нанести большой урон и завалить своих противников. О, вот совсем другое дело. Насчет наемников. Да. Брэдли обманывает рабов. Я знаю. Рабы платят золотом, чтобы попасть в обменные списки. А Брэдли это золото отдает мне. Ты уверен, что получаешь все без остатка? Да нет, не уверен. Мне нужно увидеть этот список. Ладно, хорошо. А, подожди. Некоторые вещи никогда не изменятся. Да, у нас серьезные проблемы. Я об этом подумаю. Деннис считает, что не следует заставлять рабов так много работать. Чертов умник. Пусть тогда попробует сам поработать. Все равно. Спасибо тебе. Вот твое вознаграждение. Да. Раб Леон снова работает в храме.
Хорошо. Раб Кельвин снова работает в храме. Хорошая работа. Вот тебе пара монет. Так, ладно. Пойду призрачный... А, погоди, тут еще один умник, блин, где-то ходит. Нам только этого еще не хватало. Где-то кабаны прячутся. Так. Исчезни, червяк! Маленький перерывчик, да? Разве ты не должен следить за рабами, а? Тебе-то какое до этого дело? Оставь меня в покое! Сейчас же возвращайся к работе, или я сообщу об этом твоему начальству. Да что ты! У меня уже поджилки от страха трясутся! Просто исчезни, придурок! Так, ладно, мы сейчас доложим. А потом мы с ним разберемся. Че нам там? Блин, тут стену-то развалили-то. Монтеру штурмовали. Но где там Марик? Очки зарабатываю. У всех свои проблемы, у меня тоже. Насчет наемников. Да. Один из твоих ребят отлынивает от работы. Дай-ка угадаю, кто. Опять Трано, верно? С меня хватит. Иди скажи ему, что я урежу его жалование. Отлично, мы тут зарабатываем очки. Вообще на пустом месте очень хорошо. Если бы это было так просто. Ты это серьезно? О! Где этот выблядок? Ой. О. Марик сократил тебе жалование. Я знал, что ты заложишь меня, мешок с дерьмом. Я это запомню. Очень хорошо. Этот холм слишком мал для нас двоих. Неужели? И что ты теперь будешь делать? Ты будешь работать или нет? Бездельник. Ах ты. Утихни, псих. Я уже пошел. Ладно, блин, шагай. Вот, видишь, как хорошо. Не могу тут ничего пожарить. Жука там. Вот, сырой мясной жук. Сырое мясо, блин. Совсем мало. Ну, а что, я в городе кручусь, откуда тут у меня жуки, мясо?
Ну, пойдем сходим к этим. Потом, когда будет дело к ночи, мы... О! Так, я думаю, после того, как мы тут выполнили это маленькое задание, тут вот в этих кущах мы с вами... Блядь, какие тормоза, охуеть. Мы с вами тут на закате простимся. В следующей серии продолжим. Поговорим с повстанцами, пойдем найдем волков. Ну, в общем, у нас дохера работы, блин, прям с утра пойдет. Все, пока-пока.